4 августа 42 года в Москву прилетел Черчилль. Вместе с ним прибыл представлявший Рузвельта Гарриман. Инициатором этой встречи был сам Черчилль, написавший Сталину: «Я хотел бы, чтобы вы пригласили меня встретиться с вами лично». Он приехал давать объяснения, оправдываться, хотя оправдания происходящему не было и не могло быть. Determined that we will continue hand in hand, whatever our sufferings, whatever our toils, we will continue hand in hand like comrades and brothers until every vestige of the Nazi regime has been beaten into the ground, until the memory. Надо полагать, речь Черчилля, принимая во внимание цель его поездки, показалась присутствующим мало убедительной. Гарриман в своем выступлении точно отразил позицию Рузвельта, пока предпочитавшего свое собственное мнение увязывать с мнением Черчилля. Эти улыбки – дань дипломатическому этикету. Переговоры Черчилля со Сталиным носили весьма напряженный характер. Черчиллю, несмотря на активную поддержку Гарримана, не удалось убедить Сталина в том, что операция «Факел» явится лучшим видом Второго фронта, и что именно действия в Северной Африке помогут России больше, чем любой другой план. Опубликованное вскоре коммюнике не содержало и тени намека на острые разногласия. В условиях фашистской агрессии важно было сохранить хотя бы видимость единства в антифашистской коалиции.